Благодаря строительству спортивных площадок самого высокого уровня уже сегодня можно говорить о Беларуси как о важной спортивной международной трибуне. Самое громкое событие в мире белорусского спорта состоялось в прошлом году. Чемпионат мира по хоккею был не просто соревнованием, это был праздник для всех. Горожане и гости столицы объединились в одну большую команду – команду болельщиков. Специально к чемпионату в Минске были открыты Чижовка-арена и гостиницы высокого уровня. Проводятся в Беларуси традиционные международные игры. Так, уже 11-й раз мы начали год с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси. Это соревнование знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. Его еще называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей хоккея. Этой зимой Беларусь приняла еще одно крупное международное соревнование. 17 февраля грандиозная реконструкция Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» завершилась чемпионатом мира среди юношей и юниоров по биатлону. Соревнования зажгли будущих звезд этого вида спорта. У нас был чемпионат Европы по художественной гимнастике. Очень яркое зрелище, очень насыщенное. Тоже оставило заметный след в нашем спорте и в европейском, безусловно, спорте. У нас проходил в республике финальный этап Кубка мира по современному пятиборью. Лучшие пятиборцы приехали сюда, к нам в страну. Проходили многие международные турниры по борьбе, по боксу, по волейболу, по баскетболу. До конца года в нашей стране пройдет порядка 40 спортивных международных состязаний. За время своего суверенитета страна доказала, что может проводить различные матчи, соревнования и чемпионаты на самом высоком уровне. Виктория Азаренко, которую вы представляете, она объездила уже весь мир и видела многие спортивные площадки. Но вот сейчас побывала она в легкоатлетическом манеже университета физической культуры, в бассейном комплексе. Ну и сказала, что была приятно удивлена. Только в Минске находится сразу несколько крупнейших соревновательных площадок. Так проспект Победителей уже давно прозвали спортивным. Здесь расположились сразу несколько объектов. Минск-арена, футбольный манеж, легкоатлетический манеж и дворец тенниса. В будущем к звездной команде присоединится дворец художественной гимнастики. Площадок очень много, и они не только в столице. Они в наших регионах и в областных центрах. И принимают и там, в том числе, скажем, в Бресте великолепная база по грибным видам спорта. В скором времени Беларусь примет международные соревнования по фехтованию. Мы с нетерпением ждем 2019. В этом году в нашей стране пройдут первые Олимпийские игры. Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль. Стадион «Динамо». Он уже активно реконструируется, и планы на него очень большие, поскольку в 2019 году мы будем принимать Олимпийский фестиваль молодежи, и к тому времени уже стадион, безусловно, будет сдан в эксплуатацию и станет таким местом притяжения для многих видов спорта. Ставшая в этом году чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова признается, что ее зарубежные коллеги очень любят нашу страну. А сама Марина мечтает, чтобы чемпионат мира по легкой атлетике когда-нибудь состоялся в Беларуси. Хочется, чтобы в один прекрасный момент, как можно скорее, у нас уже был настоящий легкоатлетический стадион, который соответствовал бы всем международным стандартам, и мы смогли бы проводить крупные соревнования. Я с большим удовольствием пригласила всех своих друзей, спортсменов поучаствовать. И мы бы им показали все, как у нас здорово. Важную роль в создании спортивного статуса нашей страны на международной арене играет Национальный олимпийский комитет. Он существует в Беларуси с 1991 года. С 1997 года Национальный олимпийский комитет возглавляет президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. С его избранием спортивная жизнь нашей страны обрела новый импульс. Были реконструированы многочисленные стадионы, спортивные площадки, возведены новые арены. Большое внимание со стороны руководства страны уделяется развитию как физической культуры, так и спорта высоких достижений. Но, конечно, личный пример Александра Григорьевича не может оставлять равнодушным. Сами белорусы давно оценили спортивные возможности страны. Любое соревнование – праздник для каждого. С удовольствием пойду на футбол, когда мы закончим сейчас реконструкцию футбольного поля. Это большая работа. Посмотрите, сколько там уже сейчас сделано. Есть все условия, конкретно все. Так же, как и в Сочи. Футбол, конечно, хотели бы видеть, чтобы на таком уровне у нас был, как и хоккей. У нас, по-моему, можно все проводить. Уже можно спокойно.
Беларусь и дальше будет принимать крупные международные соревнования, подтверждая статус спортивной нации. Яна Леонович, Александр Бутрим, Илья Пучко. Утро, студия. Хорошего настроения.